больше задержался. Я люблю, когда по мне скучают. Какой вы эгоист! Да, я ужасный эгоист. Вы всегда рассказываете мне о своих дурных качествах, лорд Горин. Я еще и половины вам не рассказал, мисс Мейбл. А те, которых вы не рассказали, тоже очень плохие. Чудовищные. Когда я ночью о них вспоминаю, я сейчас же опять засыпаю. А мне нравятся ваши дурные качества. Я не хочу, чтобы вы исправлялись. Как это мило с вашей стороны, но вы всегда милы. Кстати, я хочу вас спросить, кто привел сюда эту миссис Чивли? Вон ту, в блестящем платье, что сейчас вышло с вашим братом. Она, кажется, приехала с леди Марби. Почему вы спрашиваете? Да так просто. Я уже много лет ее не видел. И что она за женщина? Она днем гений, вечером красавица. Не нравится мне ваша миссис Чивли. Это показывает, что у вас хороший вкус. Благодарю вас. Ну, вы идете в музыкальный зал? Только если там не будет музыки, мисс Мейбл. Мейбл. Музыка будет по-немецки. Вы все равно ничего не поймете. Ну, сэр, а вы что здесь делаете? Проживаете жизнь по обыкновению. Вам давно пора быть в постели. Нельзя ложиться так поздно. Я слышал, вы третьего дня танцевали у леди Рэпорт и уехали в 4 часа утра. Было всего без четверти 4, отец. Я не понимаю, как вы выносите нынешнее лондонское общество? Толпа ничтожит, которые говорят ни о чем. Я люблю говорить ни о чем. Отец, это единственное, о чем я что-нибудь знаю. Вы живете только для удовольствия. А для чего же еще жить, отец? Вы бессердечны, сэр. Ну что вы, отец? Вы совершенно бессердечный. Отец.